Натирать шар до блеска перед броском – ритуал священный для каждого игрока в боулинг. Хотя никакой магии в этом нет. Чем сильнее шар отполирован, тем лучше он скользит по дорожке и попадает точно в цель. В Самаре проходит Кубок России по боулингу. 150 лучших спортсменов со всей страны съехались похвастаться своим умением катать шары. Турниры в Самаре – это традиционно турниры, любимые спортсменами со всей страны. Потому что, во-первых, это лето, великолепный климат, очень удачное расположение боулинг-центра «Волга». Кроме того, что лучшие мастера выбивать страйки получат денежный приз, их ждут серьезные перспективы. Здесь, в Самаре, по итогам первых трех дней игровых определятся двое лучших мужчин и две лучшие женщины, которые будут представлять нашу страну впервые на индивидуальном чемпионате мира в сентябре в Лимассоле. Кипр. Боулинг с 1997 года включен во Всероссийский реестр видов спорта. Правда, по всей стране работает всего две школы игры в боулинг. Организаторы соревнований надеются, что такие чемпионаты будут способствовать развитию боулинга в России как серьезного вида спорта, а не просто развлечения. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, ГИС «События».